Обратите внимание, дети, милые девочки, играют с воздушным змеем. А здесь, да, вы совершенно верно видите весь асфальт в радуге. И церковь, вот просто комбо. Смотрите, церковь, храм, храм Божий, детский стадион и еще вот две маленькие девочки со змеем. Куда катится эта страна? Неужели к высокому уровню жизни, толерантности, свободе, равенству? Непонятно.